Внимание, уважаемые пассажиры, будьте внимательны и осторожны. На четвертой платформе на 15-м пути производится посадка в пригородный электропоезд с сообщением Владивосток-Надежда. Мая 1891 года цесаревич Николай II заложил в основание здания вокзала серебряную плиту в честь закладки Великого Транссибирского пути и закладки здания вокзала. 10 февраля 1912 года было торжественно открыто для пассажиров и посетителей здание ныне существующего вокзала. Вокзал сразу был оценен как самый красивый вокзал России, значит, и он явился символом неразрывной связи между столицей и Дальним Востоком. На сегодняшний день, значит, вокзал признан памятником архитектуры федерального значения. Большое количество иностранных гостей встречает наш город, и ни одна экскурсия ни у одного иностранного гостя не обходится без посещения вокзала. Ныне существующий зал, который вы сейчас видите, после окончания строительства вокзала предназначался для пассажиров первого класса. Первая икона такая появилась на вокзале в Харбине. У них было поверье, что один китаец, он тонул где-то там. Почему-то у него оказалась наша икона, и вот почему-то решили, что вот именно этот лик святого будет у нас охранять всех путешественников. Когда выходите к поезду, вы креститесь. Пожалуйста, уже Николай будет охранять вас на всем протяжении путешествия.